Меня зовут Наумова София. Здравствуйте, меня зовут Соня. Всем привет, меня зовут Марина. Здравствуйте, меня зовут Ангелина Кофтун. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Лукина. Здравствуйте, меня зовут Дашкина Анастасия. Всем привет, меня зовут Виктория Дунаева. Меня зовут Юлия Календа. Меня зовут Барон Александра. Семенова Юлия. Меня зовут Леонидова Юля. Меня зовут Аня Кузнецова. Меня зовут Белякова Анастасия. Встречайте бригаду наших реаниматологов! Впервые в истории первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова инициативной группой студенческого совета был организован конкурс «Мисс Первый Мед» среди студенток университета. Из множества заявок были отобраны 13 участниц. Девушки подготовили свои творческие номера и видеовизитки, тренировали проходы по подиуму и участвовали в фотосессии. Финал конкурса прошел 13 мая в концертном зале администрации Петроградского района. Зрители и жюри увидели программу, в которой финалистки представили домашние заготовки, участвовали в интеллектуальном конкурсе, в дефиле в вечерних платьях и медицинских халатах. Жюри подсчитывает голоса. В выборе призеров жюри руководствовалось строгими критериями оценки. Умение держаться и двигаться, сценическая раскрепощенность, эрудиция, умение импровизировать, творческие способности и актерское мастерство, чувство юмора, внешние данные. Он абсолютно все номинанты заслуживают звания «Мисс Первый Санкт-Петербургский медицинский университет». Победа в номинации «Мисс Весна» Леонидова Юлия. «Мисс Очарование» Петровой Марине. Артистичность Кузнецова Анна. Самый требовательный конкурс мисс зрительских симпатий Наумова София. За победу в конкурсе Белякова Анастасия.